Друзья, всем привет, с вами Пират, и мы играем в Stoneheart Alpha 23. И это, так сказать, последний выпуск по Stoneheart в Alpha 23. Будут еще, я уже пометил на канале название плейлиста, что это был первый сезон. Будет второй сезон. Эту игру мы заканчиваем по причине того, что я не могу достигнуть звания города. Смотрите, у нас висит квестик. Звание города. И нужно построить различные пьедесталы, да, там доблесть сила, чистоты, одобрение мастеров там и тому подобное. Но и этих предметов в инвентаре нет. Не знаю, возможно, я плохо искал, что скорее всего не так, потому что я очень внимательно просматривал. Сейчас вместе с вами проматываю рецепты плотника, и здесь вот должен быть фонтан мастеров, и я его не вижу просто, возможно, да хрен его знает, ребят. Вообще, даже не представляю, куда он мог деться, но его нет. Вот эти все предметы, которые здесь есть, и фонтана доблести здесь, фонтана мастеров здесь нет. Ну вот, я думал, может, это в трофеях. Ну, в общем, это, скорее всего, связано с тем, что я наставил херову тучу модов, и вот именно поэтому вот так вот и произошло. Обратно мы не достигли 50 жителей, что очень хочется в этой игре мне достигнуть. Я очень-очень много уже в нее сыграл. Достигал там максимум, наверное, 35. Большой город строил, но без звания города мне играть дальше не интересно. Плюс в 24-й альфе появилась погода и различные штуковины, такие как мультиплеер, возможно, даже мультиплеер какой-то загасим, будет видосик с мультиплеером и тому подобным. Домики, все эти шаблоны, конечно же, сохранятся и, наверное, перенесутся в следующее прохождение. А возможно, мы построим все новенькое, все красивенькое. Ну, игра, конечно, тут уже багнулась прилично. Прилично багнулась. Не убираются вот эти вот слева наши украшения, заборы наши и тому подобное. В общем, ну, не страшно, не страшно. Следующее прохождение уже будем играть на чистом клиенте. Возможно, переместимся в пустыню, чтобы разнообразить. Но по-любому это будет на чистом клиенте. Возможно, даже без русского языка. Потому что русский язык — это тоже мод. Я хочу без модов, без ничего, чистый клиент. И надеюсь, контента для вас будет достаточно на чистом клиенте, без модов. В принципе, ну, видео получится очень коротким. И не расстраивайтесь, ребят. Ждите новый сезон, буквально уже на днях. Я там прорабатываю, придумываю, что для вас снять. Как это сделать красиво. А на этом мы заканчиваем нашу постройку города мечты, города надежды. Не оправдал он нашу надежду. Предметы половина не работают, нет их. И очень хотелось статус города достичь. И там же уже появилась вторая ветка какого-то статуса города. Вот хочется именно прохождение, квестики вот эти все поделать. Как-то так. Ну, в принципе, видео будем заканчивать. Видео будем заканчивать. Надеюсь, вам понравилось. Ребят, поставьте лайк этому видео. Пересмотрите остальные видео, предыдущие по этому сезону. Было интересно. Убил я Огоскул бункера или как-то так вот. Тоже он до нас приходил, и мы с ним разобрались легко, именно отогнав его от нас, а не убивая их всех. Ребят, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь в группу ВКонтакте, предлагайте там что-то новое. Там есть здание для Stoneheart, есть для прохождений пост, который можете оставлять в свои записки, да, что мне пройти. Будет еще много прохождений на PS4. В принципе, все. Всем пока. С вами был Пират. И играйте только в хорошие игры.